Спасибо, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о Гутенберг, нашем опыте работы с ним, о достижениях и перспективах. Забегая наперед, скажу, мы полностью довольны полученным результатом. Немного истории. Давайте вернемся в прошлое, в 2017 год, когда Gutenberg Plugin впервые анонсировали на WordCamp Europe 2017. Я хорошо помню свою реакцию на это событие. Она была. Ну, наконец-то. Я давно работаю с WordPress и классическим редактором. Еще в далеком 2012 году такие плагины, как Visual Composer и Content Editor, пытались внедрить блочную структуру WordPress. Потом появилось множество других решений. Они быстро набирали популярность. И потребность в визуальном редактировании нельзя было продолжать не замечать. Мир постоянно меняется. И WordPress должен быть гибким к изменениям, чтобы оставаться лидером. Я уверен, что команде нелегко далось такое решение. Для меня WordPress всегда был примером консерватизма, стабильности и простоты. Я рад, что они пошли на этот шаг. Уже в 2018-м Gutenberg включают в ядро вместе с релизом WordPress 5, несмотря на критику сообщества. А в 2019-м была анонсирована дорожная карта 9 проектов на 2019 год. В нее вошли создание блока навигации, портирование существующих виджетов в блоке, создание библиотеки блоков на WordPress.org и другие приоритетные задачи. Однако, так ли все хорошо на самом деле? На слайде вы видите количество установок Gutenberg плагина. 200 тысяч активных установок, к сожалению, нам ни о чем не говорит, так как редактор уже встроен в WordPress. Более интересная цифра — 5 миллионов. Это количество сайтов, которые предпочли остаться с классическим редактором. Сюда также входят и те, кто использует другой визуальный редактор. Сообщество и пользователи встретили Gutenberg неоднозначно. Люди боятся перемен, не хотят что-то менять и изучать новое. На слайде показан скриншот страницы отзывов о Gutenberg. Большая часть из них негативные. Я не понимаю этих людей. Мой опыт работы с новым редактором и результат, который мы достигли, говорят совершенно о противоположной оценке. Альтернатива. Будет некорректным не упомянуть про альтернативные решения. Многие из них пользуются большой популярностью и даже идут на шаг впереди по функциональности. Я не буду сравнивать или навязывать вам свою точку зрения. Я покажу вам возможности, а выбор останется за вами. Когда год назад перед нами встал вопрос: «Хорошо, вот мы, вот Gutenberg, и что дальше?» Мы приняли решение, что мы либо плывем в одной лодке, либо можем оказаться за бортом. Почему? Чтобы оставаться лидером, компания должна внедрять инновации. Постоянные доработки и улучшения недостаточны. Необходимы кардинальные изменения. Gutenberg — это не очередной визуальный редактор. Gutenberg — это показатель того, что WordPress готов к изменениям. После выхода WordPress 5 такие лидеры, как Jetpack, WooCommerce, Yoast и другие оптимизировали свои продукты и решения под новый редактор. Команда Automatic добавила его поддержку в десктоп и мобильное приложение. Произошла коллаборация сообщества для достижения общих целей. Это замечательно. Только за последний год количество контрибьюторов плагина выросло с 200 до практически 500 человек. Создавая новый сайт или блог на WordPress, вы получите прекрасный инструмент прямо из коробки. Вы всегда будете уверены в удобстве, стабильности и полной поддержке. Если действительно в прошлом году Gutenberg был готов на 10%, а в этом году на 20%, то представьте, какие перспективы нас ждут в будущем. Наверное, многие помнят эту страницу. Она изначально была встроена в редактор и демонстрировала новые подходы создания контента. Вот тексты напрямую в область редактирования, перемещения блоков, возможность растянуть блок на всю ширину сайта. Это было что-то новое и необычное. А использование комментариев для хранения служебной информации действительно инновационным.
Однако новые возможности требовали от нас и нового подхода в создании тем. Гутенберг, как и многие редакторы, используют блочную структуру. Вы можете добавить, переместить или кастомизировать блок, и для этого не нужно много знаний. Блоки стали хорошей заменой устаревшим шорткодам и позволили сфокусировать внимание на создании сайта. Однако мы понимали, что нашим пользователям необходимо немного больше возможностей, немного больше блоков. Так появился GetFit плагин и наша первая Гутенберг-тема. Спасибо команде WordPress, которая предоставила все необходимое для старта, включая примеры, API и инструменты. Оба продукта доступны на WordPress.org. Вы можете легко опробовать их действие или использовать для своих проектов. GetFit плагин — это коллекция из 34 дополнительных блоков. На данный момент это одна из самых больших коллекций. В нее входят слайдеры, Google-карты, контакт-форма, Instagram-видео и множество других простых и сложных элементов. Все то, что мы привыкли видеть на современном сайте. Гутенберг-редактор гармонично вписался в интерфейс WordPress. Ребята постоянно добавляют какие-то улучшения, чтобы работать в нем было еще более удобно. После нескольких недель знакомства он стал родным и привычным, и к другим редакторам совершенно не хотелось возвращаться. В GetFit блоках мы старались максимально следовать ключевым концептам и принципам Гутенберг. Пользователи используют единый интерфейс. Все на сайте редактируется напрямую. Создание контента должно оставаться интуитивно понятным. Блоки не должны быть перегружены настройками. Мы не концентрировали свое внимание на излишней стилизации, оставив ее разработчикам. Даже в таких сложных по структуре блоках, как слайдер, прямое редактирование мы вынесли на первое место. Следуя принципу иерархии, нам удалось разбить его на более мелкие блоки и использовать встроенные изображения, заголовок и параграф как основу. Еще одним примером блочной структуры является элемент персона. В данном случае мы использовали созданный ранее блок социальных иконок, который идеально подошел для решения задачи. Как видите, любой блок может быть разбит на более мелкие, что позволяет ускорить и унифицировать процесс разработки. Создав и описав блок один раз, он легко может стать частью большего блока, шаблона или виджета. Другой удобной функцией Гутенберг является трансформация блоков. Вы можете трансформировать заголовок в параграф и наоборот, изображение в галерею или, как показано на слайде, список недавних постов в карусель. Это удобно, позволяет экспериментировать, чтобы найти оптимальное представление создаваемого вами контента. В GetFit плагине мы не остановились на статических блоках. Мы также позаботились об удобном выводе пользовательских типов данных. Вы можете выбрать, какие посты или посттайпы показать, отфильтровать их и их вывод, указав категории, теги или другие таксономии. У вас также есть возможность создать шаблон вывода каждого поста. В GetFit плагине мы сделали заготовки из самых популярных шаблонов, чтобы вам было легче начать. Всем нравится достигать цели, прикладывая минимальное количество усилий. Чтобы процесс создания сайта для пользователя стал более простым, мы создали библиотеку шаблонов, которая является хорошей отправной точкой. Выбрав необходимый шаблон, вам остается лишь заменить контент на собственный. И как результат всего вышесказанного,
На слайде вы видите одну из наших тем для бронирования апартаментов. Она полностью создана под Гутенберг и собрана на GetFit-блоках. Логика бронирования и вывод реализованы через собственный плагин. Он также интегрирован с новым редактором. Гутенберг объединил два наших продукта в едином интерфейсе, удобном, понятном и доступном для наших пользователей. Прекрасно, не правда ли? В скором времени навигационное меню также будет редактироваться визуально, совместно с другими элементами сайта. На слайде вы видите пример блока меню. Данная и следующая функции пока находятся в разработке. Однако уже сейчас вы можете попробовать их в действии. Как я говорил ранее, фаза 2 разработки Gutenberg идет полным ходом. И одним из направлений является перенос всех существующих виджетов в блоке. Также ведутся эксперименты по созданию динамических виджет-зон. Как только эту опцию включат в WordPress, вы сможете легко портировать все ваши блоки. С самого начала редактор блоков создавался для того, чтобы быть чем-то больше, чем просто редактор контента. Фаза 2 переносит Гутенберг не только в другие части сайта, такие как меню и виджеты, но и к полному редактированию, включая хедер и футер. В приведенном на слайде примере каждый элемент на странице состоит из блоков и может напрямую редактироваться пользователем. Полное визуальное редактирование в едином интерфейсе с использованием блоков может коренным образом изменить подход к созданию и дизайну сайтов. После всего сказанного я уверен, что аудиторию этого зала можно разделить на две группы. Тех, кто верит в Гутенберг, и тех, кто боится в этом признаться. Спасибо. В общем, что я хочу сказать. Большое спасибо за доклад. Ну, как бы я знал Гутенберг, но вот насчет вашей темы и плагина, первая мысль была, как жаль, что я не знал этого раньше, сколько я мог применить. Ну, у меня вот по поводу Гутенберга есть такая боль, с которой я сталкивался. И, может быть, вы знаете ее решение, что вот, грубо говоря, есть набор блоков, да, и есть какие-то посттайпы. И получается, что у меня все эти блоки доступны во всех посттайпах. Это боль, потому что мне, например, в блоге не нужны какие-то виды виджетов. В каком-то, допустим, лендинг-пейдж посттайпе они нужны. Как вы знаете, какой-то рецепт, как это все разделить, чтобы всей этой каши не было доступно в разных посттайпах? Собственно, вопросы — это основная боль, почему мне не очень комфортно использовать Гутенберг. Спасибо за вопрос, но я его не очень понял. Я перефразирую. Вот у вас есть 34 ваших блока. Да, конечно. Вопрос, как сделать, чтобы на каком-то определенном типе контента, например, новостях, были не все 34, а 10? Возможно ли это? В новостях не нужно, например, карусели. А это для чего? Для того, чтобы клиент, который будет добавлять контент, чтобы он не запихнул, чтобы клиент, который добавляет контент, он не запихнул что-то, не испортил дизайн. Потому что новости должны выглядеть… Ну, ивент. В ивенте, например, должен быть какой-то… картиночка, какая-то дата, какой-то визивик поле, и все. Там не должно быть карусель, не должно быть каких-то related или еще чего-то. А они все доступны. И это делает страшно неудобным работу с Гутенбергом для простых пользователей, потому что им вываливается огромный список, и они могут напутать что-то и поломать тем самым нашу задумку красивую.
То есть вы хотите ограничить вашего пользователя от добавления лишних блоков, правильно? Да, не вообще, а как бы в определенных посттайпах. В одном посттайпе доступен один сет блоков, в другом посттайпе доступен другой сет блоков. Понятно. Они могут как-то пересекаться, но это для того, чтобы клиенты, в конце концов, им нельзя. Гутенберг, он хорош тем, что у нас масса настроек, у нас масса всего, но как бы это риск. Чем больше настроек, тем больше возможности поломать все. Ну, неквалифицированном пользователе, вы это понимаете. Да, конечно. Спасибо за вопрос. Изначально его можно разделить на две части. Первое – это то, что любой блок можно деактивировать. Эта опция находится в настройках Гутенберга, да, то есть можно на всем сайте деактивировать ненужные вам блоки. А если именно в конкретном каком-то посттайпе, то, к сожалению, реализации деактивации конкретных блоков на PHP нету. Но есть реализация деактивации блоков на JS. То есть вам придется просто написать небольшой код, который при запуске конкретного посттайпа выполнится и, скажем так, отфильтрует блоки, те, которые не нужны. То есть решение есть на самом деле. Я ответил на ваш вопрос? Да, на PHP этого решения нет, к сожалению. Все блоки загружаются при старте страницы, они все прописаны и категоризированы в JavaScript, и это неудобно, но решение только на JavaScript существует данного вопроса. Добрый день. Добрый. У меня есть один такой маленький вопрос. Спасибо вам за доклад. Как вы создавали все вот эти вот, например, блоки? С помощью ACF-полей, либо с помощью там, React, JavaScript? Да, это чисто React. React и JavaScript, да. Если это статический блок, да, это React, JavaScript, HTML, CSS. Если динамический блок, как custom post type, посты последние, то это еще и PHP, конечно. Привет, спасибо за доклад. Очень круто, на самом деле. Это неожиданно, что у нас появляются такие плагины. У меня вопрос по переиспользуемым компонентам, reusable items. В Gutenberg есть такая возможность, в принципе, что-то переиспользовать. Я писала тоже Gutenberg блог, и вот там, получается, у нас для Gutenberg есть возможность делать темплейты. Ну, то, что ты говорил, что можно переиспользовать, например, параграф, там, картинку и так далее. Я бы хотела переиспользовать, например, только параграф и только reusable items, но, к сожалению, я этого не нашла. То есть можно ли вот ограничить темплейт только к reusable items? Приходилось ли с этим сталкиваться? Да, конечно. Например, в том же примере блока персоны, да, он лимитирован этими виджетами, блоками, которые мы видим. Будет видно мышку. Это соц-иконки, это изображение, это хидинг, то есть заголовок, это параграф и контент-эрия, скажем так. То есть при создании блока есть параметр template, да, где можно указать, какие блоки могут быть использованы. Более того, если я правильно помню, то можно даже лимитировать, может ли пользователь с ними взаимодействовать. То есть… Либо они будут, то есть перемещать и добавлять, да? То есть при создании блока вы видите либо темплейт, который вы наполняете контентом, то есть вы выбираете изображение, ссылки на соцсети, заголовок, подзаголовок и описание, например, человека в данном кейсе. Либо вы можете переместить соц-иконки ниже или поднять заголовок выше. Да-да-да, я поняла. Просто говорю о том случае, когда у меня уже, например, вот сама персона, да, вот у меня есть… Например, страница со всеми персонами. И мне на другой странице нужно переиспользовать ту же персону, абсолютно ничего в ней не меняя, просто выбрать ее из списка. Как вот без объявления отдельного посттайпа для конкретной персоны, а просто вот как блок Гутенберга, можно ли это осуществить? Приходилось ли вот такое делать? Ну, сохранить как reusable items, да, а вот потом… переиспользовать еще один блок, создать Gutenberg, у которого есть только список reusable items. Потому что мне кажется, что с этим есть какая-то проблема. У них даже в API нет документации, по сути, вот конкретно вывода reusable items. На самом деле вложенность нехорошо реализована nested блоков. То есть, как бы, может быть, я не очень понимаю ваш вопрос. Давай, может, там,
брейке поговорим. На брейке, да. Спасибо. Так, кто еще? Я уточню, единственное, да, вот с этой стороны еще один. Да, вот в данном примере, ну, это не Photoshop, да, это реальный пример. Вот, то есть страница создана из трех колонок, в которые вставлен блок персона. Вот, то есть, если мне нужно эту страницу дублировать на другую страницу, или я просто не очень понимаю суть вопроса. То есть, как минимум, я могу объединить это в группу и перенести. Ой. Я не очень понимаю суть вопроса, честно говоря. Хорошо, возможно, я выйду с нашим программистом. Здравствуйте, спасибо за доклад. Я хотел вот такой вопрос уточнить. Что с CSS? В Гутенберге боль — это отдельный CSS-код с жуткими селекторами вот в бэкэнде, грубо говоря, и отдельная стилизация на фронтенде. И эти блоки, они стиль, точнее, CSS, его можно как-то подключать отдельно, только если на странице есть, ну, данный блок, ну, то есть разделять, или я должен в теме застилить все возможные блоки и в бэкэнде, и, ну, и на фронтенде. Как вот с CSS быть? Я его могу как-то на компоненты разбивать для отдельного блока, отдельный CSS или как? Да, спасибо за вопрос. На самом деле мы с этой задачей, эту задачу решали в середине этого года, когда мы решили, что реально 34 блока — это много как JavaScript, так и стилей. Нам удалось решить ее частично. Нам удалось загружать JavaScript только там, где необходимо. То есть только там, где используется блок. Если блок ни один блок не используется на сцене, то с Gated плагина ни один JavaScript файл не подкрутится. К сожалению, с CSS так не получилось, потому что если мы использовали тот же подход, то он выводился после стиля темы. А это не является верным, потому что тогда мы не даем возможности разработчику как-то перестилизировать наши блоки. Поэтому, к сожалению, CSS плагина загружается постоянно. Но там его немного, там его 160 килобайт. Как бы. Можно меньше. Вопрос насчет переопределения HTML-разметки, как это сделать из темы. Да, спасибо. Я почему-то упустил этот тоже нюанс в своей презентации. Наверное, не думал, что это будет интересно. Вот если говорить про наши блоки, то какая-то часть из них нельзя переопределить в теме, какую-то часть можно. Чем это обусловлено? Обусловлено тем, как блок выводится на страницу. Да? То есть Gutenberg поддерживает как статические, так и динамические блоки. Статика — это вот вы добавили картинку, сгенерировался image tag, и он там живет всю жизнь, да, пока вы не поменяете это изображение. Динамические блоки такие, например, как custom post type, вывод custom post type, вывод постов, то есть то, что может измениться. Да? Ну, даже любой статический блок может быть, скажем так, построен не только в браузере, да, JavaScript-ом. Ну и может быть выполнен запрос на сервер, откуда вернется разметка необходимая. Единственное, что это неудобно, потому что Gutenberg акцентирует свое внимание на real-time фидбэке. Да? То есть как бы вы поменяли что-то, вы тут же видите результат. Вам не нужно ждать request response и так далее. Вот. В нашем плагине некоторые блоки, существуют как бы темплейты для них, и вы в своей теме можете переопределить. То есть при загрузке плагина, при рендере страницы, плагин посмотрит, есть ли у вас в теме переопределенные, да, HTML вывода блока. Если есть, он будет использовать ваш. Если нет, то он будет использовать внутренний. Ну, вот в данном примере, например, нужно постоянно, да, получаются какие-то свежие данные. Вот мы меняем категорию, мы меняем, какие продукты в WooCommerce получать. Идет запрос на сервер, и разметка возвращается, и это можно переопределить всеми, да. Но не все. Саш, такой вопрос. Есть ли какие-то
более упрощенные плюсы Гутенберга, которые я бы, например, мог в понедельник своему клиенту сказать, что вот мы сегодня отказываемся от Visual Composer, Divi, Elementor и берем Гутенберг, потому что это там, я не знаю, быстро, потому что сайт там будет более SEO-оптимизирован и так далее. Потому что, ну, я видел, в презентации были его какие-то факты приведены, но это более техническое такое, да, там он с коробки, он с WordPress идет. Клиенту, в принципе, все равно, как он идет. Есть ли у вас, может, какой-то набор, вот, который мы можем использовать? Потому что я, например, с клиентом уже полгода пытаюсь перейти на Гутенберг, и у нас это очень медленно и непонятно. Вот так. Действительно, Гутенберг был инновацией. То есть вот реально, как бы, я с WordPress давно, и классический редактор TinyMCE, то есть как бы это было десятками лет, они не хотели, они, то есть у них не было идей ничего поменять. И вот, действительно, два года назад они приняли это решение, это супер, потому что они начинают постепенно переходить к полному. Да? То есть у них был кастомайзер, был навигационное меню отдельно редактировалось, контент поста набирался в посте. Да? То есть человеку было тяжело поднять там тайтл в кастомайзере, логотип в кастомайзере, какие-то виджеты в виджет-зонах там, и так далее. Вот сейчас они взяли курс на полное редактирование на фронтенде. Ну, как бы не то, что на фронтенде, они никогда не уйдут на фронтенд, они останутся в дэшборде. Но то, что все элементы будут редактироваться, ну, я почему-то в этом уверен. То есть, и если говорить о будущем, например, 5-10 лет, то начав сегодня, уже в будущем вы останетесь как бы в тренде. То есть основной аргумент, что это игра в долгую наперед, и пока он мало чем отличается от других визуальных редакторов? Ну вот Мэтт заявил, что он был готов на 10%, хотя для меня он был готов на, там, на 80%. Да? В этом году он готов на 20%. То есть вот эти все примеры, то, что показывал, редактирование меню, редактирование виджетов, хедеров, утро, это все пока эксперименты, как отдельные плагины, вы можете поставить это, попробовать. Но как бы это пока не паблик, да, даже вот сам Гутенберг, они не очень часто релизят с WordPress, то есть как бы там уже в Гутенберг плагине можно колонки ресайзить, а в WordPress до сих пор это все статическое осталось. Очень много внимания на WordCamp в Берлине уделялось мультиязычности, они хотят в будущем сделать WordPress и фронтенд, и бэкенд полностью мультиязычным. То есть, я так понимаю, они хотят упростить, точнее, подвинуть с рынка там WPML и другие плагины перевода. То есть, как бы, например, если вы сейчас будете использовать другое решение, это окей, да, но представьте, что через 3 года, допустим, WordPress становится мультиязычным, вы на Гутенберге, вам ничего не нужно делать. У вас все из коробки работает. Удобно? Спасибо. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос, а как разработчику жить с Гутенбергом? Ну, то есть суть в том, что, допустим, есть какой-то проект, и тебе как разработчику надо как-то, ну, не знаю, может, есть какая-то документация, по которой я должен понимать, как мне строить HTML, CSS, и чтобы я не поломал этот Гутенберг, или он не поломал мои стили и так далее. Ну, то есть это чистая замена всяких visual композеров или это можно юзать как-то с проектом, который, ну, в котором есть фронтендер и как бы он делается не только с админки? Вы пробовали? Ну, у меня был клиент один, который вот хотел Гутенберг, но у него была куча хотелок, которые нельзя было сделать через Гутенберг, либо я не нашел, как это сделать, потому что, ну, типа, чтобы понимать весь объем того, что может делать Гутенберг, это надо как минимум прочитать небольшую документацию, а может и большую. И на самом деле мне приходилось писать и переделывать, переопределять стили и так далее. То есть я не сильно понял, как с ним выжить. То, что вы попробовали, это уже хорошо. Вы один из тех людей, которые боятся перемен. Я не боюсь перемен. Просто, ну, типа, есть какие-то документации, по которым, да, типа, разработчик хендбук, может понимать, есть хендбук, как с этим они работать. Да, простите, да. Я перебил вас. Ну, вот вопрос, суть в том, что как бы есть какие-то документации и туториалы, мануалы, не знаю, по которым можно понять, типа, как мне работать с этим Гутенбергом на уровне кода, а не только в админке. Смотрите,
уже есть большое количество готовых блоков, да, то есть если вы являетесь именно разработчиком какого-то решения, и вам нужно что-то добавить, то вы можете обратиться на тот же WordPress.org и воспользоваться бесплатным либо другим плагином. В планах вообще, если верить WordPress, да, комьюнити, то они планируют возможность, даже ну, не нужно плагин устанавливать, то есть будет директория блоков, вы в поиске написали, например, Instagram, он вам выдал, мне, какие блоки есть Instagram, вы нажали «Добавить», и все, у вас на странице Instagram. Да? То есть прямая установка из директории блоков. Это если легко. Если вам нужен какой-то кастом, конечно, есть хендбук, есть туториалы. То есть как бы, вот мы же как бы, эти 34 блока, на самом деле их там 42, просто некоторые как бы, мелкие, типа там, title, featured image, я просто их не упоминал. Мы их создали то есть, по этим всем примерам. В принципе, доступны все контролы, API доступно, можно получить все, что необходимо. Я понял. А ну, суть, я так понимаю, все-таки в том, что оно больше заменяет именно visual всякие композеры, но если типа сайт довольно-таки будет не динамично изменяться, то есть будет какой-то стандарт, ну типа я не знаю, допустим, дизайн есть, ну, когда есть дизайн, верстка и уже готовый проект. Здесь, я так понимаю, дизайн, он как бы, либо его нет, либо он как-то уже вместе с разработкой происходит. Ну, то есть, если есть какой-то изначальный дизайн, и Гутенберг не подходит под этот дизайн, то есть он не может прям отобразить этот дизайн, как дизайнер нарисовал, то, я так понимаю, типа, ну, где-то есть смысл использовать именно Гутенберг, а где-то есть смысл его вообще не использовать. Почему Гутенберг не сможет отобразить что-то, что вы придумали? То есть я вот этого не понимаю. Ну, мне интересно, Гутенберг, он может вообще любой дизайн отобразить? Вот может ли дизайн? Он отображает блоки. У вас есть возможность даже подменить вывод. У вас есть админка, да, то есть то, что вы видите при редактировании поста, и фронтенд. Вы можете в админке показать все, что угодно, хоть пустой блок, серый фон. На фронтенде это будет что-то динамическое и невероятное. То есть, в принципе, любой дизайн, который дизайнер нарисует, я не думаю, можно что... отобразить. Да, конечно, не думаю, что в этом проблема. 5 колонок он сможет скоро вывести. Спасибо.